अनंत कोटि विश्व लोक नम्र पद मजार्चिते हिमाद्रिया कुलो मजा विरंजना अनंत कोटि विश्व लोक नम्र पद मजार्चिते हिमाद्रिया Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, по милости Гаура Шакти Вишну Прияди мы можем of our false ego, освободиться от нашего ложного эго, что мы думаем о себе как о мужчине, о ком-то, как о женщине, woman, ну, то есть от телесной концепции. This sort of man and woman, и вот это отождествление себя с мужским или женским телом, концепции крови и плоти, kind of мы можем освободиться от нее. Bad conception, bad darshan. By the mercy of Vishnu Priya Devi. По милости Вишну Придеви мы можем освободиться от этой ложной концепции. By the mercy of Vishnu Priya Devi, we can get out of any kind of this kind of bad darshan. Освободиться от любого дурного мировоззрения. And we can get entry into the house of Gauranga. Вход, ну, доступ к дом Господа Гауранги. Into the house of Gauranga Mahaprabhu. By the mercy of Vishnu Priya Devi, and по милости Вишну Придеви можем войти в дом Гауранги Махапрабху и мы можем наслаждаться санкиртаной. We can enjoy sankirtan. We can satisfy Chaitanya Mahaprabhu by sankirtan. Because he is sankirtanaika prita. Он отец санкиртаны. In this Kalikal, и вот в этот каликал мы можем удовлетворить все читания Махапрабху только с помощью санкиртаны. Это мы можем совершить по милости Гуру Шакти Вишну Придеви. Она ачарья. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что Адвайта Госвай Ачарья, Нитянанда Госвай Ачарья, и Гадхар Пандит Ачарья, а Вишну Прия Деви и Джахнава Деви, они тоже Ачарья. Но какова же особенность Гуранги Махапрабху? Того, что он ачарь всех ачарь, он практикующий ачарь, он всегда своим собственным примером, каждым своим действием показывает нам. То есть он делает все для нашего блага. Любые его действия, каждую часть секунды, Шри Чайтанья Махапрабху, что бы он ни делал, это все для нашего блага. Very nice. So now point is that Vishnu Priya Devi is acharya. Суть в том, что Вишну Прия Деви это ачарья. Haridas Thakur doing Harinam, he is Namacharya. Vishnu Priya Devi also acharya, but Gauranamera acharya. Как Haridas Thakur, он тоже Харинам ачарья. А Прабхупад говорит, что Вишну Прия Деви это Гауранам ачарья. The slok I started with. Шлока, с которой я начал, вы наверняка слышали они уже. Почему? Поскольку сегодня день явления Вишну Прия, почему я говорю о Радхаране? Что делать? Ну, ничего не могу сделать, поскольку Радхарани это. Бхагаван Шри Кришна, он Верховный Господь. Своим Руб Бхагаван. И Своим Руб Бхагаван. And Radharani, Радхарани, all Shakti, infinite Shakti. In Vedanta Sutra, you can get Vedanta one Sutra. Nice. Можем найти одну шлоку. Sutra. Shakti, Shakti, Matur, Avhet. Вот в этой шлоке говорится, Shakti, Shakti, Matur, Avhet. Что Шакти, она не отлична от обладателя Шакти. Total Tattva, you see, Bhagavat Tattva. Вся Бхагават Таттва. If you want to understand the complete Bhagavata, Bhagavata is complete. Осознать всю Бхагавататву. All devotees, Bhakta, Dham, Nam, все преданные, Dhamma,
нама, то есть преданные, все это обители не живут, преданные и шакти энергия, это все входит в Бхагаватату, и шакти бесконечная, шакти татва, она одна, единая. Сваруп шакти Радхарани. Антаранга сваруп сугладини шакти свар Радхарани. And from Radharani in infinity Brahmanda, from Radharani, high expansion, you see. Из Радхарани исходят все эти бесконечные энергии, бесконечные Брахманды. Лакшми, все аватары Вишну. И like Лакшми Бараха, Лакшми Нисинго, Курма Нисинго. Есть различные вот аватары, которые Махарадж перечисляет. Whenever Vishnu Tattva you can think, Vishnu Avatar, вы не думали о какой-то Вишну Таттве, о любой Вишну Аватаре, то там также Шакти, согласно этой лиле, эта Шакти является, например, Рамачандра Сита. But Radharani is the source of all Shakti. Радхарани – это источник всех Шакти. Radharani is the mood, Радхарани – это корень, это изначальная Шакти. And Radharani and Govinda, there is no difference. Радхарани и Говинда нет разницы между ними, если вы хотите их как-то разделить. Vichar, analysis, you cannot come out. Вы не сможете это сделать. That's why in Bhagavad Mahatmya описывается. So evosa. So evosa. So evosa говорится. So in Sanskrit. So на санскрите значит. Пунглинга. And sa means strilinga, feminine gender. So evo sa means who is Radharani? Это значит, что is Govinda. Тот, кто Радхарани, это тоже тот. And unification и form, нет отличия между form ними. Of Radharani and Govinda вот is Go. Это совмещенная форма. Jang evo Radhika Krishna sa evo Gaura Vigraha. Radhika Krishna. Это Гуранга. Говинда Радха, этот ответ данный Махадевом Парвати. Now point is that many sahajiya, и вот сейчас вопрос в том, что много сахаджи хотят доказать, что Вишну Приядеви – это Радхарани, поскольку Вакришна Пандит уже сказал, что Вишну Приядеви – это Радхарани, и вот идет спор такой. Попад giving answer well. Ишила Прабхупад отвечает хорошо. Антаранга Шакти Радхарани. Хладини Шакти это Антаранга Шакти изначально Радхарани. Из нее, если вы найдете. Ладини Самебето Са Санбит Шакти together Вишну Приядеви. She is coming from Radharani. То есть она исходит из Радхарани, это Вишнупри. So no problem, she is Radharani also. То есть это тоже можно в какой-то степени сказать, что это Радхарани, но не непосредственно, а вот так косвенно. You cannot think about Radha Govinda Lila unification, enjoyment, you can think that. В Гуру Лиле мы можем, не можем думать о какой-то Кришна. Those are sahajiya, they like to break both the speciality of Gauranga Lila. Но они ничего толком не понимают и все это путают. Пишут много всякой ереси о Вишнупри. So many things you don't know. То есть вы не знаете, к счастью. I wrote one Bengali books about на Бенгале много всякой ереси пишется. Я вот 8 лет назад написал книгу, где я оспорил всю эту сиддханту этих сахаджи. So we cannot think that Radha Govinda is there. Не можем думать, что Радха Говинда они in the form of Gaura Vishnu. We cannot think that way. Они в форме Гуранги и Вишнупри, поскольку Radha Govinda together. Гуранги тоже есть Радха Говинда в такой совмещенной форме. So how can you say again that Vishnu Priyadevi Radharani? Сказать, что Вишну Приядеви опять Радхарани. Хорошо, она изошла из Радхарани, из энергии Радхарани. Это пойдет какая-то противоцелая Амшини. И вот в таком видении это правильное понимание. Но говорить, что на Радхарани, это неправильно. Сиддханта должен быть очень осторожны, Сиддханта.
Гора, значит, Радха Говинда. What about Вишнуприя? What about Гададхар Пандит? Гададхар Пандит тогда. Now question comes. И вот вопрос такой. Radha Bhav. All Bhav of Radharani taking. And the body color. Taken by Radharani. Krishna. Krishna. Stolen. Он забрал Радхарани чувство ее сердца и цвет ее тела. And the rest part. И то, что осталось. Гададхар. Gada Bhav taken away. Забрал это, а Баба ее Гуранга настроение, стоит. Чувство сердца Гуранга он забрал si. У нее. So now point is that Gadadhar is Radharani. Гададхар, Radha, Радхарани, но Govindo, unification, Гуранга. Радха Говинда это их совмещенное проявление, это Гуранга. А что насчет Гададхар Даса? Never heard? Никто не слышал, почему? Гададхар Дас, это Канти, это сияние. Канти, эфальджент. Это сияние ее тела. То есть она приняла форму Гададхар Даса. И мы должны быть очень внимательны с этой сиддхантой. И вот многие сахаджи хотят... Гауранга и Вишнуприя, this absurd. Ну хотят какое-то все исказить, совершать какую-то раса лилу, но это Гауранга, оскорбление лотосным стопам Гауранги, Вишнуприи и Кришны. It's not possible. Now point is that. И вот сейчас суть в том. Вишнуприя Деви. Что Вишнуприя Деви? Бхагаван Си Кришна, countless шакти. Бхагаван Шри Кришна имеет бесконечные энергии, шакти. Если их категорически распределить, бу-шакти, шри-шакти и нила-шакти. For this лила, we think this way, Prabhupada speaking. Шри-шакти, бу-шакти и нила-шакти. But лила-шакти. Three. That Sri Shakti is Lakshmi Priya Devi. Shri Shakti is Lakshmi Devi. Sri Shakti is Lakshmi Priya Devi. Bhushakti. Vishnu Priya Devi. Nila Shakti Dham in the form of Dham. Nila Shakti это Дама. So no problem. Она в форме Дамы является. But all coming from Radharani. Все они исходят из Радхарани. Now actually. Вишнуприя Деви, Вишнуприя Деви, кто-то говорит. She is coming from Шатабхяма. Что она исходит из Шатабхяма? Шатраджит, daughter of Шатраджит Раджа. Шатраджит от Шатабхяма. Шатабхяма от дочери царя Шатраджита. And about Лакшмиприя, Кобигорн was speaking. Рам Шакти Шита Деви, and Кришна Шакти. Rukmini, together, coming in the form of Lakshmipriya. Lakshmipriya Devi. Ballabhacharya. Not that Ballabhacharya. Here Ballabha is the father of Lakshmipriya Devi. She manifesting Leela with Gauranga Mahaprabhu for certain period. After that she disappear. And in the meantime, in between, Vishnupriya Devi growing to manifest this Leela вот with Gauranga Mahaprabhu. До этого была Лакшмиприя, но она была какой-то определенный срок и скрылась, ушла. Випраламба, а Вишнуприя, она росла в это время. И вот Випраламба Лила. И Гауранга Махапрабху is the Випраламба Раса. Випраламба Гауранга Махапрабху is form, is Випраламба Раса. Махапрабху, он олицетворяет Випраламбху Расу, Расу Разлуку. For this Лила, и для этой Лилы, special help, особая special seva, помощь, особое служение совершено Вишнуприя. Гауранга Махапрабху, Гауранга Махапрабху, Випраламба Раса Садан, this Лила, so totally backing done by Вишнуприя. Основное в этой лиле Вишнуприя совершила. Вишнуприя внешняя, она Санатан Мисра. Дочь Санатан Мисра. Many things happens, you see. I like to discuss about Мул Татта. Not historical thing. Historical thing is also, it's not ordinary thing. Главное, основное Татва, исторические, но исторические какие-то. Апракит.
Эти вещи, они как, по ходу дела будут. Но так или иначе, я хочу сказать, что Вишну Приядеви – это главный ачарья Гаур-лила. Гаур-лила, main ачарья in Гаур-лила. In Гаур-лила, Гаур-нама ачарья. Это на Гаур-нама ачарья. So we see Lakshmi Priyadevi and вот Vishnu Priyadevi. Мы видим Лакшми Прия и Вишну Прия. Это две его шакти. И вот Лакшми Деви, когда ушла, Вишну Прия, она явила, ну, явилась, чтобы явить такую лилу. Now point is there. И вот суть в том. Somebody putting question. Что кто-то спрашивает. How we can think about Vishnu Priya Tattva? Как мы можем думать о Вишну Прия Таттве? Бхактивинода Тхакур giving answer. Шрила Бхактивинода Тхакур отвечает. That in Archan Marg. Что в Archan Marg? In Archan Marg, you can worship Gaur Vishnu Priya. Поклоняться Гору Вишну Прия. Like just like Lakshmi Narayan. Подобно как Лакшми Нараяне. Prabhupada speaking just like Lakshmi Narayan. Подобно Лакшми Нараяне. No breakage of any, you know. Сиддханта. То есть нет никакого отклонения от Сиддханта. Archan Marg, you can think, Bhaktivinoda Thakur speaking, Archan Marg, we can go Vishnu Priya, just like Vishnu Priya. Archan Marg, мы можем поклоняться Гору Вишну Прия, как Лакшми Нараяне, но на Бхаджан Марге, как Гор Гададхара. In Bhajan Marg, Gor Gadadhara. Be careful. Будьте осторожны, если вы хотите войти в Кришналилу. If you like to enter into Кришналила, side by side you will have to think about Ashtakalin, Gaur-lila. And speaking just standard thing. Ashtakalin, Gaur-lila. If somebody can go up to that point. Если кто-то может достичь этого уровня в будущем. It's quite impossible. Это практически невозможно. We cannot get rid of this simple conception. Мы не можем, blood and ну, освободиться от телесной концепции. То есть далеко не каждый может освободиться от этой просто blood and flesh. Телесной концепции. Blood and flesh conception. То есть, ну, in this situation, it is not at all possible. Находясь в таком положении, это невозможно. Войти ни в Гору Лилу, ни в Кришна Лилу. Not at all possible. And Radharani Man Bhanjan, Man Sarovar, you know? You've been there. Man Sarovar is the place where Radharani is swaying Man. Man Sarovar – это место, где Радхарани, она показывает свой ум, свое, ну, какой-то гнев выражает. And Vishnu Priya Devi also swaying Man. Vishnu Priya, она тоже показывает. But the Saudi, they would like to ну, какой-то, mix it. Какой-то гнев, но Сахаджи, они хотят все это totally смешать. Different. The mood is almost same. This lila is totally different. And here, Vishnu Priya Devi sometimes swaying man. Not angry with Gauranga, become very angry. How possible that I can explain this? Ну, как это возможно, я могу объяснить. Actually, на самом деле, when Chaitanya Mahaprabhu started Sankirtan, начал Sankirtan, past Gauranga Mahaprabhu when? Вот когда Шри Гауранга Махапрабху он to give funeral cake. Пошел пинду предложить. There in Gaya. Why Chaitanya Mahaprabhu going there in Gaya? Just like ordinary human being. Oh, father dead, so I must. Почему он просто пошел в Гаю как обычный смертный человек, чтобы сделать подношение предкам? But that is simple. Actually, not actual. Chaitanya Mahaprabhu actually went there to Chaitanya get Mahaprabhu the association туда, чтобы получить общение с Ишварам Пури, чтобы получить дикшу от него секретным образом. Но внешне он как обычно смертный пошел туда. From Ишварапури Бад he took диксха, then the mood of Chaitanya Mahaprabhu totally different. Вот, когда он получил дикшу от него, just, его настроение like полностью изменилось. Он стал подобен сумасшедшему, и все думают, что же случилось с ним. Вишну придумала, что случилось с моим мужем. И Шачимата тоже думала, что за болезнь он подхватил там.
они позвали каких-то знаменитых докторов, они приписали ему сандаловое масло, чтобы охладить его голову. And they're giving buckets of water, pouring ahead. В общем, начали его лечить, водой поливать как-то. That's why Raghunatha was writing, kadachit misra vase bhajapati sutasya urabirahat sratat sisandittak adadad adikadargam bhujapadu ka ka vikala vikala gada gada vacha. Very nice. First, you know, exhibition started. И вот это первое проявление Випраламбхарасы Ганугабаджана началось вот с этого. Браджапати сутасо уровирахат. Браджапати суто? Who? Браджапати Нанда Махарад, his son? Krishna. Krishna? Now Chaitanya Mahaprabhu expressing deep separation. I mean, he is feeling heavy heart. As if he is separated from Krishna. И вот Чайтанья Махапрабху начал чувствовать разлуку, как будто он разлучен с Кришной. Очень острое чувство разлуки. Он начал плакать. One day Chaitanya Mahaprabhu asking to и вот однажды Махапрабху спросил Гададхара и Шриваса, what do you think? Что вы думаете? What happens to me? Что what случилось is со мной? Что за болезнь? They said, Prabhu, we know what disease. They cannot understand what the disease is. Они сказали, о, Прабху, мы знаем. For that reason, for why you coming here, in this material world, and you are expressing it gradually. We know. Chaitanya Mahaprabhu laughing. Что та причина, okay, по которой ты явился в but этот материальный мир, like и ты Sashima, all other people, if you начинаешь think that way, проявлять then ее. I gone mad, then I am going to jump into Ganga and die. И поэтому, ну, ты являешь такие признаки. By the grace of Krishna, you understand me. You know. И Махапрабху сказал, что да, по милости Кришны, вы понимаете меня. You are not at all mad. You are expressing that thing, that for why you are coming here with your Vipralambarasa to express the kadachit misra vase bhajabhutishtasa uraviraha. Now Vishnu Vyadavi gone mad. He sees crying day and night. After that, Chaitanya Mahaprabhu took decision. И вот и Вишну принял плакать день и ночь. Okay, и Махапрабху он. Night time, what you do? We cannot Махапрабху complete совершал санкиртан день и ночь. So all day and night, without any gapping, uninterrupted way, we must do sankirtan. И вот мы должны совершать харинам санкиртан беспрерывно, без каких-либо остановок. Как Шрила Прабхупада сказал, спите вы или едите, всегда харинаму творите. То есть постоянно, все время. Санкиртан. Now Chaitanya Mahaprabhu took decision with Sivash и вот and Махапрабху вместе с Шивасом, Ганадхар Пандитом и прочими преданными, они решили, что и ночью совершать санкиртан. И они начали такую ночную санкиртан. Днем Махапрабху был занят с преданными, куда-то ходил, принимал омовение в Ганге. Совершал санкиртан, где-то там, снаружи. Not given a chance to do seva. That's why Sachimata and Vaishnavi angry. Vaishnavi angry because she is not getting chance to do seva. Они были очень, недовольны, поскольку you are not giving me chance to do serve. Они не могли служить Махапрабху. That's why. But the sahaja, they want to go. The husband, the wife, naturally, has been going on with their crying.
практически, и поэтому Вишну Прияна была недовольна. Попа saying, in Gaurlila you cannot think in this dirty way. Gaurlila is totally like Lakshmi Narayan. No sambhog, no enjoyment. It's not at all possible. Гора-лила – это она подобная лире Лакшми Нарайане. Там нет самбхога, там нет наслаждения в этой семейной жизни. А сахаджи, они утверждают по-другому. И этим они совершают оскорбление. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, он не дает возможности служить им, и поэтому они недовольны. И Вишванат Чакравати, он объясняет. Try to break the man of Vishnupriya, but it is totally different from Krishna and Radharani. There's this lila, that is totally different, not like that. After that, Chaitanya Mahaprabhu day and day expressing this Viparama Bhav, day and night, gradually growing. После этого это чувство разлуки. This Viparama Bhav going off. So naturally they cannot understand what happens to our Prabhu. Оно начало возрастать у Махапрабху и Сачимата. She can understand, but if she understand 100%, then the Leela, like Yasodama, Krishna expressing whole Brahmanda into the mouth. Могла понять Махапрабху, но Maya. Again, но если бы она полностью поняла бы, полностью бы осознала, то эта лила была бы невозможна, подобно тому, как Яшода, когда увидела всю Вселенную вокруг Кришны. То есть это Кришна только на какое-то время явилась. They don't allow Jogamaya, don't allow them to reach up to that point. That is their covering. That is done by Jogamaya. That is called Sajan Vimohini Maya. То есть Jogamaya, она также называется Sanjan Vimohini Maya. Vimohini Maya, Vimohini Maya totally. Она помогает Кришне устраивать его лилу и все организует в этой лиле. И вот много людей спрашивают, Махарадж, мы как Кришна, там же Кришна, а как Майя может быть перед Кришной? Сколько в читании Бхагавате сказано, что там, где находится Кришна, там Майя не может быть никакой Майи. Но Путана Майя? Смотрите, Путан это ж Майя. How Путана reach up to Krishna? Как Путана до самого Кришны дошла? Jogamaya arranging this. То есть это Jogamaya организовал. If Maya, if this Putana Maya cannot reach up to Krishna, Krishna cannot manifest this lila. Майя Путана, она не смогла подойти к Кришне, то этой лилы бы не было. И поэтому это Jogamaya, она все организует таким образом. Now point is that Vishnupriya Devi expressing very anxiety. Но очень беспокоится. Then after that, после этого, на протяжении года санкиртан яга совершалась. Then Vishnupriya Devi became very angry. И Вишнуприя очень начала гневаться. И Гауранга Махапрабху решил как-то успокоить. И вот суть в том, что Шри Чайтанья Махапрабху принял решение принять саньяс со всеми преданными. In the evening time, вечером, sitting in the bank of Ganga, сидя на берегу Ганги, Шри Чайтанья Махапрабху принял решение принять саньяс, и все преданные, they are crying, они начали плакать, что ты хочешь принять саньяс, и как мы можем жить? Шри Чайтанья Махапрабху, I promise you all, I am not going to leave you all. Обещаю вам, я не оставлю вас, но я должен принять саньяс. The reason for why I come here, in this material world, потому что я пришел в этот мир, я должен мою миссию завершить успешно. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху принял решение принять саньясу. Night time.
Вот вечером, ночью, точнее. Вишнуприя sleeping. Вишнуприя. Гуранга Махапрабху sleeping. Спала, Гуранга. And night time, Чайтанья Махапрабху, what happens? Что случилось? Махапрабху вышел из комнаты. And going up to Nidaya. Пошел, you know Nidaya? До Нидои. This god is named Nidaya, heartless. Нидой значит бессердечный. No mercy, heartless. Вот that's такой, why Nidaya. Вот такое название гада такое. From that god, Chaitanya cross river, night через time, этот гад Махапрабху он пересек реку. Then cross это уже там было, его уже ждали. И отправился Кантак Нагар в Катву. They took sannyas from и он принял саньяс от Кешава Бхарати. Нитянанда Прабху was there. Нитянанда Прабху был там. Сивас Панди. After taking sannyas, Chaitanya Махапрабху is presenting like Chaitanya Махапрабху, он ну, стал подобен сумасшедшему. Гопи Бхава, Гопи Бхава, Кришна. Instantly, Chaitanya Махапрабху would like to go to Вриндаван. Он захотел отправиться во Вриндаван, чтобы обрести Кришну там. Но что делать? Somehow they arranged. Таким образом они организовали, чтобы Махапрабху пришел. Chaitanya Махапрабху running up to Вриндаван. Махапрабху отправился во Вриндаван и спрашивал. Hey, where is Vrindavan? Which way? Ну, спрашивал людей по дороге, где же Вриндаван. Which way is Vrindavan? You can say this way. Но не тебе надо там. Чуть ранее пришел и сказал всем, что Вриндаван вот с той стороны. То есть, кто-то спросит, передайте. И вот Махапрабху потом пошел, спрашивал, где Вриндаван, и ему сказали, вот туда иди. И вот все Чайтанья Махапрабху так круг сделал, вернулся в Навадвипу. И он увидел, что Адвайта Гасай. Он пригласил Адвайта Гасая, вот он пришел. И после этого все Чайтанья Махапрабху сказал. Чайтанья Махапрабху? So Chaitanya was asking, why you here? How you know? И вот Махапрабху спросил, почему я откуда ты, почему ты тут? Actually, я вот во Вриндаван иду. Sripad Nityananda speaking right. Ну, смотри, Sripad Nityananda правильно сказал, что где бы ты ни находился, это и есть Вриндаван. Сейчас ты принял омовение здесь, это Ямуна, поскольку Ганга и Ямуна Сарасвати, они ну, сливаются. В одну реку, и поэтому Нитянанда сказал все правильно, ты во Вриндаване. Но я очень удачлив, ты пришел из Шандипуры, поэтому заходи в мой дом. Нитянанда Прабху отправил, послал сообщение. Он послал сообщение в Шачимаде, что Гуранга, он принял саньяс, пришел в Шантипур, и если хочешь увидеть его, быстро приходи. Вот Шачимата быстро собралась и пошла. Но Вишнуприя, она не могла пойти, а Сахаджи, они хотят философию организовать таким образом, что Чайтанья Махапрабху. Going to Gambhira Mandir to meet Gauranga. То есть, ну, они утверждают, что Вишнуприя Деви она отправилась в Гамбхиру, чтобы увидеться с Гаурангой, но это неправильно. Прабхупада очень недоволен этим. The pain of Vishnupriya Devi. Вот посмотрите, какую боль разлуки чувствует Вишнуприя. Многие преданные могут говорить о Радхаране, о ее чувстве, но чувство Вишнуприи Деви никто не может понять. Это очень высоко, очень сложно. Випраламба, Бхава, я имею в виду это чувство боли, разлуки. Никто не может понять Радхаране, она как-то может встретиться с Кришной. Эти гопи манджари, они могут как-то организовать их встречу, но что насчет Вишнуприи? No chance. Вишнуприи нет никакой возможности встретиться с Гурангой. It is written there. И описывается, что даже все птицы, животные, они могут получить даршан Махапрабху, но Вишнуприи не может. И посмотрите ну, на сердце Вишнуприи Деви, какую сколько боли разлуки. День и ночь она плачет. День и ночь она плачет, поскольку ну, все могут встретиться с Махапрабху, а я не могу, поскольку ну, он принял саньяс уже.
Сачима going. Сачима. Before ушла. Going, Сачима promised Сачима, manage, Сачима, giving commitment in front of Vishnupriya. Сказала Вишнуприя, Вишнуприя. I am going to я иду. Catch my son and come in front of you. Ну, I promise. Привести его сюда, я тебе обещаю. Зачем это она дала такое обещание? Don't cry. Не плачь. I'm trying. I'm пойду и приведу его сюда. Then go on to Santipur. И вот она отправилась в Шантипур. Then there, when Сачима, Сачима вот going to meet Gauranga Mahaprabhu, you cannot think. Сачиматана хотела встретиться с Гаурангом Махапрабху. Все деревья, все птицы, звери, они плакали. Сачиматана не может видеть, где ты. Only tears come. Она только плакала. Вишнуприя деви, no chance. То есть для Вишнуприи не было никакого шанса. И вот тогда Сачимата начала плакать. Махапрабху speaking. Махапрабху сказал, о, мать, хотя был вынужден принять саньясу, но не могу забыть тебя. This body I got from you. Это тело я получил от тебя. I have done, maybe I have done может, mistake, я совершил какие-то оскорбления, но ты моя мать, excuse me. Прости меня. Forgive me. Then Сачима speaking. Тогда Сачимата она сказала, where I can get your information if you go away like уйдешь, your elder brother, как твой старший сын, Вишварупа, like Вишварупа, if you go away forever, от меня навсегда, then how to live? То есть как я смогу жить дальше? Because Mishra already gone, father gone. Поскольку отец Джагнат Мишра уже ушел, никто, никого нету. Only you see. Ишан Такур, только Ишан Такур, like father maintaining the family. Но он был выполнял обязанности отца, заботился о всей семье, ну в смысле они. After that, Bangshi Badanananda. Потом Бангши Бадхананда. Is the incarnation of Bangshi. Он воплощение Вишнуприя деви. Снисхождение Бангши. As our son, accepted. Вишнуприя деви accepted because there is. Вишнуприя, она приняла его как сына. So now point is that вот суть в том, что Махапрабху speaking mother, он сказал, like мать, my elder brother, I am not going to ignore. Подобно моему старшему брату, я не забуду о тебе. Ты будешь where I can get information? You are going to что, Vrindavan что, here, there in forest. Где случается? How I can? Она говорит, как я могу знать? No. Ты уйдешь в Вриндаван через какой-то лес. Where I stay? Ну, и что делать? Сачима где, где мне жить тогда? Пуршоттам нам Нилачал. Сачимата сказала, если ты будешь жить в Нилачале, Пуршоттам даме, я, по крайней мере, буду знать, ну, как ты там, что с тобой происходит. Я твоя пожилая мать, я беспокоюсь. И, поскольку много преданных ходят в Пури, я могу получить какую-то информацию о тебе. И вот Махапрабху сказал, хорошо, я буду жить в Пури, в Нилачале. И вот Бхактивинода Тхакур говорит для всех Гауди преданных, Нилачал это наивысшее место, где можно получить вкус разлуки Випраламбха. Бхактивинода Тхакур говорит, чтобы получить настоящий вкус Випраламбха, Нилачал Дам это наивысшее место. Yeah, you can get both. Здесь вы можете. You see, if you go to Puri, you can there Gauranga Mahaprabhu taking sannyas come here. Again, through Gauranga you can feeling that separation, Radha Govinda, that Leela. This way, Bhaktivinoda Thakur speaking is the topmost place. Поэтому говорит, что это наивысшее место разлуки. So after that, Сачимата. Сачимата. I mean. Coming back отправилась without Gauranga Mahaprabhu. Без Гауранги Махапрабху. Promise she could not. Она не смогла сдержать свое обещание. Это было невозможно. Махапрабху не мог оставить саньяса. After that, и вот после этого. For long time, saying for 17 days, Сачимата cooking there. Сачимата она готовила для Гауранги.
After that, Sankirtan going there, so many devotees. Началось, много преданных получили великую милость. After that, Chaitanya Mahaprabhu wanted to take permission from Advaita Gosai and everybody. Хотел взять разрешение от Адвайты Госвами. Permit me to give me. Чтобы он благословил его, и он отправился во Вриндаван. Actually, Puri. Сначала в Пури, а потом во Вриндаван. Puri. This way, Advaita Gosai also cried. Advaita Gosai тоже начал плакать. Going behind Chaitanya Mahaprabhu, miles after miles, Chaitanya Mahaprabhu, you are acharya, big acharya. Махапрабху говорит, что ты ачарья, если ты плачешь. Как другие люди, что они могут думать, они тоже будут плакать, поэтому, пожалуйста, не плачь, я здесь с тобой. Anyway, you stay, you can find me. I'm with you. Я в Пури, тут недалеко. This way, somehow, не беспокойся. И вот так или иначе, если Чайтанья Махапрабху получил разрешение от Адвайта Гасая, going up to Нилачалдхам. И вот дошел до Нилачалдхама. This way. Таким образом. Now the condition of Вишну-Прияд-деви, you can understand. Смотрите, положение Вишну-Прияд-деви каково. The night Chaitanya Mahaprabhu ночь, когда Чайтанья Махапрабху отправился из своей комнаты. Previously for 1-2 months preparation going on. 2 месяца готовился. Vishnu cannot speak in front of Chaitanya Mahaprabhu. Не могла сказать Махапрабху. In front of Prabhu, but she could realize. Но она смогла осознать, что Махапрабху уходит. Could realize. Она смогла осознать. That's why. И поэтому. Vishnupriya Devi sometimes asking. Vishnupriya nas спрашивает. I hear you are going to get take sannyas. Is true? Что ты правда, что ты хочешь принять саньяс, а что мне then делать? Then Chaitanya Mahaprabhu giving strong instruction. Сказал, your name is Vishnupriya. Что твое имя Vishnupriya. Don't forget. Не забывай. So you try to control yourself. И пытайся, think about Krishna. Думай о Кришне. Do Krishna Nam. Совершай Кришна. Leave Maya. Оставь Майю. Don't cry. Не плачь. Chaitanya Mahaprabhu speaking so. Chaitanya Mahaprabhu очень жестко словами сказал, что твое имя Вишнуприя. This name should be successful. Это имя. You think about Krishna. Должно быть. For day and night. Кришне до день и ночь. My strong instruction in front. Это мое наставление тебе. Chaitanya Mahaprabhu. Your name is Vishnupriya. This name should be successful. Именно оно должно быть успешное, должно оно следовать своему назначению. Try to arrange the situation so that he can go away. There's nice song there. By many sahajiya writing song and Basu Ghosh Adi. They are writing so. If you go through this kirtan, you can go mad. Why you take trouble? Basu Ghosh kirtan. Basu Ghosh Adi, so many kirtan they are writing. Kirtan Basu Ghosh. If you go through this kirtan, their kirtan, you can go mad. Narahari, Basu Ghosh, so many they are writing kirtan. And after that, so many other devotees, they are also writing so many kirtan. And the Sahajiya, they are also writing kirtan. They are always busy to make the, take the thing easy way. Пишут свои киртаны. It is their habit. So, Vishnupriya Devi, you see. И вот Вишнуприя Деви, смотри. Now Chaitanya Mahaprabhu. И Шри Чайтанья Махапрабху принял саньяс и ушел. Then Vishnupriya Devi. И Вишнуприя Деви. How to live? Vishnupriya Devi, how to live? Жить дальше. I cannot live without Prabhu. Не могла жить без Махапрабху. There are so many books written by so many devotees. Так много книг написано. Some многими преданными. Some fictitious, I mean, mixed. Некоторые настоящие, но что-то правдоподобное в других не очень. Now, Vishnupriya Devi. Так или иначе, Vishnupriya Devi. As per the instruction of Chaitanya Mahaprabhu. Согласно наставлениям Махапрабху, она начала. Гауранга нам. Повторять имя Гауранги. Whole day Chaitanya Mahaprabhu, I mean, весь день thinking about Gaur, думала о Гауранге и повторяла его имя and rice, день и ночь. Two pots are there, one is vacant, one is full of rice, crude rice, not boiled rice. И вот было два. And one by one, горшочка с рисом. Mahamantra speaking, whole Solonam Batrish. 32, I mean, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Jai Gaur.
Hare Krishna, again Gaur, again. Вот это повторяла Махамантра, имя Гуранги, так одну рисинку клала в другую горшок. Up to 2-3 o'clock, noon time. И так вот до 2-3 часов дня она так сидела, повторяла и one by one. И maybe по рисинке in она 5 hours, 6 hours, 8 hours, набирала. This much rice. Ну, сколько она там повторится, там 5-6 часов. After, и one by one. One rice. Рисинок откладывает. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Jai Go. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, one rice pulling from the heap, one by one. Suppose in 7-8 hours, this much rice, ну, вот так, ну, за, там, this much за, rice покажите, is going to примерно 5-7 часов она повторяла, откладывала рис, потом готовила, предлагала Махапрабху, и что-то ела, что-то раздавала из этого количества. This way, arranging all the Namacharya. Гурнамачари. After some days, Шачимата could bear the separation of Гуранга. Шачимата она уже не могла терпеть боль разлуки с Гурангой. И она оставила тело. You see the situation of Vishnupriyadevi. Nobody can understand. В каком положении находится Вишнуприядеви, никто не может осознать этого. Две сакхи Вишнуприядеви, Канчана и другая, не помню имя. Always try to maintain Vishnupriya. Они пытались как-то ее успокоить, мы с тобой, не волнуйся. But Шачимана gone. Но Шачимана ушла. Then you see the situation of Vishnupriya. Посмотрите ситуацию Вишнуприи, она осталась одна. Totally alone, nobody. И никто. Then after that, Шачимата was taken off to Ganga. There, I mean, after taking bath in Ganga, they coming back after Шачимана gone. И вот Шачимата. Then Ishan Thakur become very careful. And song, Bangshi Padamananda Prabhu, is the incarnation of Bangshi. He is also taking care of mother, day and night. The son, nobody, the, huh? The son of Isha. Huh. Son. Nobody can Ishan see Thakur the lotus feet of Vishnupriya. Whole day and night staying inside и вот, room, никто не видел Вишнуприю, находилась в своей комнате, совершала свой баджан Гуранги, Гура баджан. Nobody can take the darshan of the lotus feet. Никто не мог видеть ее лотосных стоп. Only Srinivas Acharya is lucky. Srinivas Acharya был очень удачлив на 100%. Srinivas Acharya, он пришел. Is going to Puri, I mean Nilachal, then got information Chaitanya Mahaprabhu disappeared. But still going, after that meeting, Sarvadamadhar, Galadhar there, they give instruction, you go to Navadvip, Mahaprabhu, you can get the darshan of Vishnupriya. Ему сказали, что ты можешь отправиться в Навадвипу, получить даршан Вишнуприя, это его наставление. И всю смелость получишь там, не плачь. Then, и вот он принял это наставление, here, пришел сюда, в Навадвипу. Whole night всю ночь he's crying at the bank он of Ganga. Плакал на берегу Ганги. О, Вишнуприя Деви, как я могу получить твой даршан? Как я могу получить твою милость? Some devotees came in front of Ishan Thakur. Они пришли к Ishan Thakur, you know, и Bangshi Padananda, Srinivas coming, where? Srinivas пришел, где? Whole night he is crying at the bank of Ganga. Он плакал на берегу Ганги. Water without без prasad. Воды, без просада. Call him. Позовите его. You go, otherwise he is not going to hear. They call and embrace him, kiss, come. Позвали его. I mean the lotus и он сказал, что без даршана лотосных стоп Вишнуприи Деви я помру. Но Вишнуприя, она приняла решение не показываться никому. А что делать? She cannot break his... У нее такой обет. In the meantime, night time, Гуранга Махапрабху явился ей, о Вишнуприя. It is my standing instruction. Это мое наставление. My second body, Дитиё Калево. Вот смотри, Гуранга Махапрабху.
Shrinivas. Shrinivas. Coming. Он придет. It is your duty to give full kripa. Твоя обязанность благословить его. Вишну Прист сказал, что Господь, хорошо, что ты сказал, я сделал, и все преданные пришли, что Вишну Прияде, ну, вот пришел то есть Бишантакур заботился о них, он был подобен отцу, и я сказал, что Махапрабху сказал, ну, вот так и так, позови Шринивасачарью. Then all devotees waiting. И все преданные они пришли. И по милости Шринивасы мы тоже получим даршан Вишнуприя. Because sun god cannot see Vishnupriya. No. So rare darshan. Поскольку даже Бог Солнца не может получить даршан Вишнуприи. Шринивасачарья crying and crying. Шринивасачарья она плакала и плакала. Вишнуприя она пришла, вышла из своей комнаты и все увидели, получили даршан Вишнуприя. Just you see, so tej, tejin power. Настолько, ну, много энергии, сияния. Thousands of sun, подобно тысячи солнц, она сияла. Then Vishnupriya Devi gradually coming out of room. Деви она вышла из своей комнаты. Giving prasad to Shrinivasacharya. Она дала просад Шринивасачарье. And leg feet, leg feet. И свои стопы она. Finger, gradually left feet. Ступу левой ноги, она прикоснулась к пальцами левой ноги к голове Шринивасы, и все начали, ну, кричать, что настолько ты удачлив, и вот это Вишна. И вот она. Just now I told Vedanta Sutta, Sakti, Shakti, ну, все энергии Шакти, Гуранги. That's why поскольку in Шакти, Bhagavad, она не отлична от Шакти Мага, и поэтому в Бхагавата, прославление Бхагавата, в Сканда Пуране и Падма Пуране. As per Sканда Пуран Махима, согласно glories, you can find on slow, Падме Пуране, говорится Саеваса, что тот, кто Радхарани, и ну, то, что Кришна – есть Радхарани, а Радхарани – это Кришна, не отличные друг от друга. Но обычные люди не могут понять этой философии. What kind of bhajan we should do? Bhajan мы должны совершать, каким образом? So that we can чтобы мы могли go up to that point. Достичь того, той цели, когда у нас будет Вайкунтха даршан. When? Kabhi habi valo se dino yama dhano jano yaar kobita sundari bolibo na chahi deho shukho kori. You sing? Never sing. Поете ли вы этот киртан? That's why you are not successful. То есть, ну, часто не поем, поэтому не успешно. Kabhi habi valo se dino yama. И вот этот киртан Шрилы Бхактивинода Тхакура, вы должны совершать киртан, плакать, чувствовать этот киртан. И Бхактивинода Тхакура плачет день и ночь. И когда же я могу обрести, когда настанет тот тот день в моей жизни? Дхано Джанумар Кобита Сундари Боливона Чахи Дехо Шуко Кори Джанме Джанме Дао Охе Гоуру Хари Ahetu ki bhakti charane tomar. There should not be any reason, any compromise with pure devotion. Не должно Causeless быть никакой, ну, причины для bhakti. Чистой беспричинной преданности. Because each and every our action, you see, there is some reason. Действия, не, why should I do? Какие-то, почему какие-то причины, по которым мы действуем, спрашивают, почему я должен делать то и то, если мы сделаем то, получим это. This kind of, you see, anime. We are businessmen. Pulad Maharaj. То есть мы подобны торговцам, которые нам всегда спекулируют на чем-то. То есть и Прохлад Махараджа говорит, что мы не преданные, просто спекулянты. Мы думаем о том, что мы получим от определенных действий. То есть, ну, если нет такого конкретного профита, то мы этого не делаем обычно.
Niti Shastra. И вот Нити Шастра говорит. Even mad before doing anything, think what I can. Даже сумасшедший, ну, когда что-то делает, он думает, какое благо я получу от этого. И вот Прохлад Махараш, он говорит, что мы не преданные, мы торговцы. So causeless devotion should be there. Преданность должна быть беспричинной. Вы плачете, не бегайте туда-сюда, вы будете озадачены, сконфужены. То есть вы должны следовать тому, что сказал Шри Чайтанья Махапрабху. Все, что сказал Махапрабху, мы должны следовать этому, но не можем понять настроение Шри Чайтанья Махапрабху. Но далеко не каждый может получить понять наставление и учение Махапрабху. Поэтому вы должны следовать учению чистого Вайшнава, чтобы достичь этой цели. Вы должны совершать киртан. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур Нарутам Тхакур, он говорит, если я буду объяснять один киртан, я... Гауранга болите хаве пулако сарира, хари хари болите нам. Займет долгое время. But this киртан, if you try to understand inner meaning, one and each word, you can go mad. What Narottama Thakur wanted to mean? You can find all Siddhanta and Vichara, Brahmanuga, Vajra, all there in Kirtan. Там много Сиддханта, Вичара и прочего с Рагануга Баджана. That is the main problem. Он очень глубокий, и чтобы его объяснить, займет очень долгое время. И вот Шринивас Ачарья получил полную милость Гуранги Махапрабху через Вишну Прию. И вот суть в том, день за днем Чайтанья Махапрабху. His bhav is different, total. And all devotees coming here and there, sometimes coming in Gaurdham, sometimes going to Puri, and in Nilachaldham, and at least Ishan Thakur can get some information. Ishan Thakur, он, по крайней мере, может получать какую-то информацию. When Sachi Mata gone, ну, о том, что then, там с Махапрабху, и когда Шачимата ушла, состояние Вишну Придеви никто не мог, может описать, только Вамшиватананда Прабху и Шантакур, они осознали это. Вамшиватананда Прабху, он in front of Vishnu Priya Devi, явился перед Вишну Придеви, когда она плакала. Then Vamshivadananda coming double. Вамшиватананда, он... Like madman. Then Vishnu Priya Devi bound to stop crying, because he is my son. When she is crying, Vishnu Priya, Vamshivananda coming double, triple. Как-то явился там... Seeing the situation of Vamshivananda, Vamshivananda going to die, Vishnu Priya catch there. This way, Vamshivananda will stop crying, this way. Manage the situation. After that someday, и так однажды пришла информация о том, что Шри Чайтанья Махапрабху, он оставил этот мир. Но еще несколько версий есть, как Махапрабху ушел. Кто-то говорит в Джагнат Мандир, кто-то в... в Самудре кто-то говорит, кто-то Гопинат. И согласно степени преданности преданных, они видели по-разному, как Махапрабху ушел, поскольку он Верховный Господь. Кто-то видел, что Махапрабху вошел в Джагнат, в храм Джагнат. They open Jagannath Mandir, they find home, find Chaitanya. Двери закрылись, и панды побежали, чтобы их открыть, и Махапрабху уже пропал.
И в Тутагопинатхе то же самое случилось. Гададхара не видит, что Махапрабху, он побежал к Тутагопинатху, но двери закрылись за ним, они открыли двери и смотрят, никого нет уже. Он вошел в тело Тутагопинатха, кто-то увидел, что он бросился в океан, и после этого уже все. То есть, ну, не должно быть никаких, как сказать, сомнений. Поскольку Махапрабху, он Верховный Господь, для него все возможно. И вот когда Вишнуприяда-деви, она получила информацию о том, что, ну, Махапрабху ушел, знаете, что случилось? Чувство Випраламхи. Радхарани, оно очень, ну, высоко, мы невозможно это прочувствовать, но сердце Вишнуприя, оно... Подумайте, в каком состоянии находится. И вот после этого Вишнуприя Деви, она уже была на волоске от смерти, она, ну, никто не мог спасти. One night, Vishnupriya Devi and Vamshivadananda Babu both. At a time. Ночью Вишнуприя Деви, Вамшивадананда. Chaitanya Mahaprabhu came. Don't cry. Махапрабху явился им во сне, и он сказал, что не плачьте, я никуда не ушел, я тут с вами. The tree, Nimba Vriksha. Дерево Нимба Вриксха. There, at the Janmasthan, Avirbhav. Но на месте моего явления. Mother used to give me my her breast here. Мать меня кормила грудью там под этим деревом. Chaitanya Mahaprabhu speaking. You can find one tree, Nimba Vriksha. You can cut that vriksha and make my deity. И вот ты можешь, ну, из этого дерева сделать мое виграхо. Не плачьте. Эта Виграха, она не отлична от меня, и она пытается служить мне. То есть перед этим Махапрабху Сачиматы сказал, два моих аватара, первый это в образе, Виграхе, то есть я явлюсь перед вами, два аватара, первый это Виграха, а второй это Горанам. То есть это два аватара. Through Vishnupriya expressing. И через Вишнуприю он это явил. Crying, but still to carry out the order of Chaitanya Mahaprabhu. I mean, Prabhu is now arranging situation. Then with this tree, you see, Vriksha, Nimba Vriksha, they are arranging. И вот они, в общем, срубили это дерево и сделали Гауранга Виграху из него. И Гауранга Махапрабху в форме Виграхи. А когда она смотрела на эту Виграху, она видела, что это сам Махапрабху настолько прекрасный, настолько... Они сделали в точности так же, как Махапрабху. Not that Chaitanya Mahaprabhu different, Vigra different. Not that. То есть она была, ну, практически такая же. Then... И тогда... There you see, in the house of, I mean, previous home of Vishnupriya Devi, ну, в доме отца Вишнуприи Деви, они хотели Нароттама Тхакур. Но не хотели там установить эту виграху. Кетури. И вот Кетури Нароттама Тхакур. Кетури. In the history of any utsav. То есть во всей истории всех вайшнавских праздников, во всей вайшнавской истории этот махотсав самый первый по размеру, и много преданных со всех частей Индии они пришли туда. И этот Утсав был настолько велик, настолько огромен, не можем сравнить ни с чем. И Джагнави Деви
она была лидером этого праздника. Джанавадепурани, она все организовала там. И все преданные с Вриндаваны и прочих мест, они пришли туда. Этот праздник был в честь Джива Госвами. Наратам Таку хотел раздать преданность всем. И поэтому it was the urgent, you know, было так срочно to install deities. И также установить божеств Раджа Махана и многих божеств. With all Vaishnavas. At the same time, you see, и вот в то же самое время Гоу Вишну Прияви Граху, наставление Нарахари Саркара и Джанави Маты Такурани, Наратам Такур установил Виграху Гоу Вишну Прия. Это было первое установление божеств. Там, в Кетуре. И после этого, здесь вы смотрите. Вишну Прия Деви Дамешвар Виграха. Мадхавананда и Мадхавананда младший брат Вишну Прия Деви. Ну, естественно, на его плечи вся ответственность, вся забота на его плечи упала. И вот он все сделал. That time the situation of Ganga, Dham, you cannot understand. Положение Дамы и Ганги вы не можете понять. How Ganga break this side, this side, описывает, how going this side, как Ганга меняла русло несколько раз. Порама, there gone, how possible? То есть это все меняло положение. Every day Chaitanya Mahaprabhu used to pray Dandavat to Vridhasib and going to Guru Griha. То есть Махапрабху, он каждый день кланялся Бритхасе и шел в Гуру Гриху изучать, учиться. Но течение Ганги много раз менял русло, и сейчас это тяжело представить. Даже во время Шрилы Прабхупады это достаточно недалеко было. То есть недавно, точнее, он... В 1918 году он, чтобы принять саньяс, он шел принять омовение в Аванпукуре. Но сейчас там Гангой не пахнет, она очень далеко вот клонилась. То есть сейчас мы посмотрим, откуда там Ганга вообще. В то время Ганга была. Это сколько, 100 лет назад, то есть там какой-то есть, как сказать, засохшее русло, то есть, можно там представить, что 100 лет назад там был поток Ганги. Но все поменялось, потому что там на 4 километра, если не больше, отклонилось. So, we can understand that how we cannot understand how Ganga changed stream. So you see, Vishnu Priyadevi now day and night worshipping Gauranga. She is worshipping. She can understand that my Prabhu is there. Осознала, что мой Господь там тут. Она видела не Виграху, а своего Господа, своего Гаурангу, сам Махапрабху. Date installation, да? Then after that big seva kirtan going on. One day morning time after arati. И вот однажды утром после арати. Vishnu Priyadevi wanted to speak something to Madhava. Что-то сказать Мадхаве. Своему брату. But sankirtan going on, nobody can understand. Sankirtan. Then after that. Происходило. Going into the. Into the room of deity room. И вот потом она пошла в комнату божеств, закрыла дверь. Big sankirtan going on. И санкиртан совершался.
И после этого, ну, несколько часов прошло, и куда же она не выходит? Куда Вишну при не выходит? Мадхав пошел посмотреть, открыл эту дверь, и Вишну видит, никого нет. Вишну при Деви, она вошла в эту Виграху Махапрабху. Все начали плакать из санкиртана, очень глубокая, большая санкиртана опять совершалась, а Вишнуприя, она так вошла в божество, в Виграху Дамешвар-гору. Таким образом. И вот смотрите, много вещей я хотел объяснить, но суть в том, что Випрамам Раса поддерживает Вишнуприя, то есть на ней вся эта Випрамапараса, много сахаджи, они что-то измышляют. Пишут всякую ересь, никак не связанную с историей. But it is true, it is written in Chaitanya Charitamrita also, that those who are taking sannyas, one time in life should come in place, Navadvip. Они раз в жизни должны пришли в Навадвип, прийти в Навадвип. I mean, at least I can go up to near, it is written. So Chaitanya Mahaprabhu came up to Navadvip at that side. Махапрабху, поскольку он родился здесь, на Навадвипе, он пришел так, но недалеко. И все преданные пошли встретиться с Махапрабху, но Вишнуприя не пошла. И вот смотрите. Когда Чайтанья Махапрабху явил свою лилу здесь, в Гаурадхаме, и согласно Бхактивинода Тхакура, Гоур Вишнуприя лила, она подобна Лакшми Нарайне. You don't try to bake this rule. Не пытайтесь. Just like Лакшми Нарайне. Ideal. То есть она подобна. Не пытайтесь нарушить это правило. Она подобна. Это лила подобна Лакшми Нарайне. No grihastha can. Махапрабху, когда был в грихастха лиле, это была идеальная грихастха лила. И никакой грихастха не может совершенным образом следовать Чайтанья Махапрабху. That lila was also. Когда Махапрабху был в грихастха лиле, она была идеальна. Many sannyasis coming. Много саньяси приходило. You all must take prasadam here in my house. Говорил, что вы все в моем доме должны принять прасад. Today 10 sannyasis coming to take prasadam. Кого-то послал Сачимади, чтобы сказать, что сегодня 10 саньяси приходят, надо их накормить. Вот. Махапрабху совершал такую идеальную лилу, подобно Лакшми Нарайне, не пытайтесь как-то это неправильно понять. Если кто-то говорит, что она как Сатья Бхама, то это тоже... Но пойдет, но лила Сатья Бхама и Кришна, она немного отличается. In this way we can say Vishnupriya Devi is Radharani, expansion of Radharani. But not direct Radharani. То есть Вишнупри это экспансия Радхарани, но это не сама Радхарани, непосредственно. So Chaitanya Mahaprabhu one day here when manifesting lila in Gaurdham. В Гаурадхаме. One day Chaitanya Mahaprabhu took decision to dance as Lakshmi Bhava. Он захотел танцевать в Лакшми Бхаве, в Чайтанья Махапрабху. И Адвайта Гасай. Mahaprabhu was taking those who are not Jitendriya. They have those who have no control over their sense organs. They have no right to enter into this. Контроля над своими органами чувств, они не имеют права быть, присутствуя здесь. Адвайта Гасай сказал, что я не Джитендрия. И Ганадхар Пандиту сказал, что мы не можем контролировать полностью свои чувства, у нас нет права. Ишвини Васачарья тоже сказал. И Махапрабху сказал, кто может? Присутствовать. Нет, вы можете. You are Jitendriya. If somebody is not Jitendriya, still by mercy that time, и даже если те, кто не могут контролировать свои чувства по моей милости, когда в Лакшми Бхаве будут танцевать, они
получат милость мою. I thought there is going to be a big function, you are going to act, I mean, Nityananda Prabhu and so many. And in what role you are going to play? Vishnu Vyadevi asking, и вот и Вишну Прия спросила, что там будет. You can go there and detect myself. И Махапрабху сказал, что ты можешь пойти туда и посмотреть, что там будет. То есть я не могу сказать, что там будет. No, I cannot speak now. You will have to detect there. Then Vishnu is saying, if you play the role of any ladies, I mean, Ramani, then it's very good. Что если будешь играть роль какой-то, ну, женщины, то это будет хорошо. И вот Махапрабху посмеялся, и после этого, в тот же день, это, когда это танец, ну, это драма, ну, происходила. Playing one role, and they everybody. Then after that, the Mahaprabhu, I mean Gauranga Mahaprabhu dancing in the form of Lakshmi, Mahalakshmi. И вот Махапрабху танцевал в форме Махалакшми. Nobody can understand. Никто не мог понять, что это Прабху. After all drama over, после этого все кончилось, Вишну Прия спрашивает, а Махапрабху-то где? Что-то не видно его. Ну вот он был танцевал в форме Махалакшми, смотрите. Вишну Прия Панонат Гауранга, but still Вишну Прия cannot understand. То есть она, ну, ее противоцелы, но не могла осознать, что это он. Они всю ночь смотрели эту драму, и она не поняла. И тогда Махапрабху благословил всех. So first of all, you see, и вот смотрите, Шрила Прабхупада говорит, что Вишну Прия Деви – это ачарья. Нитянанда Прабху, Адвайта ачарья, они все ачарьи. Но особенность Гуранги Махапрабху в том, что Гуранга Махапрабху – ачарья всех ачарьи. Ачарья всех ачарьи. Это Гуранга Махапрабху и Вишну Прия Деви, она тоже ачарья. Гурнамачарья. How to consent? Prabhupada speaking, if you can get говорит, если вы получите полную милость Вишну Прияде, то тогда будет, у вас будет зеленый свет на пути в Гора Лилу и Кришна Лилу. Иначе проблема в этом. So this way, Chaitanya Mahaprabhu manifests. Таким образом, что Чайтанья Махапрабху являет лилу в Пури и. After that, you see, Chaitanya Mahaprabhu gone. Махапрабху ушел и ситуация. And now, Vishnu Priyadevi also enter into. И потом Вишну Приядеви она тоже вошла в Гуранга Виграху. Now another point. И вот сейчас суть в том. Today is the. Сегодня день явления Вишну Приядеви. Как мы знаем об этом? Джаганнадас Бабаджи Махарадж однажды сказал Шри Прабхупаде, что этот день явления Вишну Прияде вы должны в своем календаре отметить и отмечать каждый год. Это наставление, данное Джаганнадасу Бабаджи Махараджем. Мы знаем, что сегодня день явления Вишну Прияде, иначе никто не знает, когда она явилась. Ну, спрашивают, откуда знает? Ну, поскольку он сам Джагнадас Бабаджи Махарадж, Махатма, когда он пришел с Вриндавана на место явления Гуранги Махапрабху, ему было 125 лет, он начал танцевать как ребенок. Он даже не мог ходить, его носили в корзине. Бихари его слуга ходил в корзине, его носил. Он был, ну, 125 лет, он уже достаточно так пожилой. И вот, когда они пришли на место явления Махапрабху, он начал танцевать. Говорит, что это место явления Гуранги Махапрабху. Джаганнадас Бабаджи Махараджа пранама это какова? Гаура-вибхав-стали. В его пранама-мантре.
Говорится, ну, тот, указавший место явления Махапрабху. Кто-то указал на место явления Махапрабху. И вот another very secret point сейчас is there. Некое секрет, today is the скрытое Sarasvati Puja. Значение. Сегодня Сарасвати Пуджа. Для нас, для вайшнавов, это тоже Сарасвати Пуджа. Почему? Для материальных людей сегодня Сарасвати Пуджа, и для нас, вайшнавов, тоже Сарасвати Пуджа. И почему? Чила Пхактивинотакур говорит, что есть два вида Сарасвати. Одна в виде Сарасвати, а другая Шута Сарасвати. Одна Вайкунта Сарасвати, а другая тень от ее. One Saraswati is there in Vaikuntha Jagat, Vaikuntha Dham. Vaikunthe. From there, shadow is there. That is called shadow of that original Saraswati. I mean, Shuddha Saraswati reflect. I mean, shadow. That is called Vidya Saraswati. Jaro Vidya Jato Mayar Vaibhav Tumar Bhajane Vada Jipke Kore Gadha. Вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он пишет, что материальное образование, то есть если кто-то, ну, образовывается в материальном плане, в итоге делает человека ослом, поскольку так или иначе он будет вынужден нести груз какого-то общества, там еще чего-то, то есть любой человек, получающий материальное образование, если вы стали каким-то там, что вы будете делать? Он мудр, он не так, так вы будете сидеть в кресле и судить, так вы будете тратить ваше время. Если вы там стали судьей, например, то на вас ложится груз, обязанности, вы становитесь подобным ослу, должны тащить эту обязанность всю жизнь. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что так, ну, если вы так накапливаете это материальное образование, оно ложится грузом на ваши плечи, вы подобным ослу становитесь. И вот Вишнуприя Деви Шуддха Сарасвати. By the mercy of Vishnu Priya Devi, you can Vishnu Priya Devi, вы можете отправиться, продвигаться, развиваться на пути баджана. Если вы получите милость этой теневой Сарасвати, то вы будете окованы этим материальными обусловленностями. На Бенгале. Вот так называется. And now point is песня. И вот Вишнуприя Деви, изначальная Сарасвати на Вайкунтха Даме. А это материальная Сарасвати. A material Sarasvati, by the mercy of material Sarasvati, по милости материальной Сарасвати можно получить какие-то материальные знания. And ultimately you are going to engage Sarasvati in your own service. Prabhupada speaking this way. All material people, эти материалисты, они не поклоняются Сарасвати, они не служат Сарасвати. Наоборот, они хотят занять Сарасвати, чтобы она служила им. То есть это, ну, для чего это все материальное пуджа проводится, даже перед Дургой. Вот говорится вот так, что да и то, все, пятое, десятое и прочее. Что, ну, перевод такой, что о, мать, вот дай нам денег, дай нам власти, дай нам того и того и того, славы, славы, почета в этом материальном мире и прочего. И вот, ну, это, собственно, для чего это вся Дурга Пуджа проводится. You are not going to serve Devi. You are getting это service from Devi. Не для того, чтобы предложить какое-то служение Деви, а чтобы только забрать от нее. Так и Шрила Прабхупада говорит, что мы не служим должным образом Нарисимхадеву, а просто идем там Нарисимхадеву с 20 литрами фараманы, там цветов и прочее, но посмотри, вот у меня там случай в суде, позаботься. Вот 20 литров фараманы, чтобы было все сделано.
thank you, save me. Вот, ну такое восточное настроение. Actually, you are not serving me, Shingadev. You are engaging me, Shingadev, as your own servant. Таким образом вы не поклоняетесь, не слушаете Нарисимхадеву, а занимаете Нарисимхадеву в служении вам. И вот чистый вайшнава, я тоже speaking, думаю, when I started Vishnupriyapalli, first conception. И вот Шрила Прабхупада говорит, когда я начал Вишнуприяпалли, это ее великая идея. Он, where those women, those they like to do bhajan, they can do nice bhajan there. Nobody can get entry into Vishnupriyapalli, only one Ishan Thakur. I mean, one old man like Ishan Thakur can stay there to control those Matajis. After that situation changed, Prabhupada crying. Oh my God! I opened this Vishnupriyapalli not for this purpose that some woman can do some bhavisha. Somehow. В общем, что там не так пошло, Прабхупада, но разочаровался, что и по милости Майадеви, но в общем, Шрила Прабхупада хотел открыть этот ашрам для женщин, он его открыл, но там что-то не пошло это, в общем. И вот мы, Гауди Вайшнавы, те, кто хотят совершать баджан совершенным образом, мы должны думать, что Шрила Прабхупада говорит, что все эти матаджани, мои матеря, not other way. Или дочери не if you can look другим other образом, way, если вы смотрите другим образом, ну, с другим, то, с другой точки зрения, не, то вы будете в мае. All my daughter, то есть, these two conceptions. То есть, к женщинам мы должны относиться либо как к матерям, либо как к дочерям. If you can и если вы go into Vishnupriyapalli, I mean, if you can go get entry into Гоур, осознаете и сможете должным образом относиться к противоположному полу, то все будет хорошо. То есть наш даршан должен быть совершенным. Kind of если какая-то другая ложная концепция возникает в нашем everybody уме, be мы обречены на смерть. It doesn't matter. All jiva, they have some purushabhiman. Все дживы, они мужском или женском теле, они имеют purushabhiman, то есть желание наслаждения. Everybody have some kind of enjoying mood. Наслаждение. That is called purushabhiman. Purushabhiman. Нардом Рагур Бхактивинода Тхакур они пишут. Кабе ами purushabhiman тяжи, Нардом Рагур also writing. When I can leave this false ego that I am a man, I am a woman, with pure mood, how and when I can get entry into Vrajadham. Now I'm writing Kita. Смогу войти в Vrajadham. Да, вот там так он описывает это в своих киртанах. Будьте внимательны, совершенный даршан должен быть у вас. Otherwise you cannot get in. Иначе вы не сможете войти в Vrajadham. Vishnupriyadevi is Shuddha Sarasvati. Это Shuddha Sarasvati. И смотрите, а те материалисты, они поклоняются Сарасвати. Они на самом деле не поклоняются, не служат Сарасвати Деви. Они пытаются занять Сарасвати в служении им себе. Но наше настроение, наше Шичитание Сарасвати, мы служим Шичитание Сарасвати не сегодня. Сегодня день явления Вишнуприяпалли. Сегодня у нас есть возможность поклониться Сарасвати, нет. Каждую долю секунды мы должны поклоняться Чайтанья Сарасвати. Те чистые преданные, каждую часть секунды они занимают себя в служении Шуддха Сарасвати. Баги саджасча бадане, лакшмир жасча бакшаси, жасьясте хиде самбит, твам нисинга махам бхаджи. What does it mean? Что значит эта мантра? Вагиша. Вагиша мани Багдеви. Вагиша это Багдеви. На санскрите Багдеви это Сарасвати. Вагиша. Вагиша. Ишо. Ишо. Баг. Ишвар. Вагиша. Пунглинго, стрилинго.
feminine genders, Bag Isha. I mean the goddess of fortune. То есть это богиня удачи. Vidya. Богиня знания. Bag Isha. Yasya Vadane. Yasya Vadane. Нисингхаде. Это Нисингхаде. Inside mouth. Она пребывает на его устах Сарасвати. Sarasvati sitting. Bag Isha Yasya Vadane. Vadan means? Вадан, значит, она уста. Она пребывает на его устах. Лакшми is there. Лакшми пребывает в его сердце. So see, Bhagi said Jasubadane. That is why when that big pandit came to fight with Chaitanya Mahaprabhu here, пришел сюда, чтобы спорить с Махапрабху, Дигвиджай пандит. Then he couldn't realize what happens. He is a very small случилось. Boy. Он какой-то маленький мальчик. Как он победил меня? Может быть, Сарасвати недоволен. Сегодня ночью пойду поклоняться Сарасвати. Сарасвати, почему ты организовал это? So for a long time I'm worshiping you, satisfying you. Побежден каким-то маленьким мальчиком. Сарасвати явилась ему и сказала, что что ты думаешь, это мой господь, мой муж, мой малик, мой повелитель, мой господин, сам господь. И как я могу что-то делать, поэтому ты побежден его там. Понял свою ошибку и пошел просить прощения у Махапрабху, что нет, я получил твое даршан, и поэтому прошу прощения. И вот говорится, что по милости Сарасвати, поскольку Сарасвати дала ему наставление, иди, проси прощения, и по милости Сарасвати получил милость Чайтанья Махапрабху. Кто знает? Что это сам Махапрабху, сам повелитель всех миров, сам изначальный Бхагаван, никто не может понять. Шрила Прабхупад говорит очень прекрасным образом, что мы хотим наслаждаться Сарасвати. Сарасвати, мы не можем наслаждаться ею. Сарасвати – это внутренняя энергия Господа. How we can enjoy? Как можно like наслаждаться ей, как Раван? Раван wanted to enjoy Sita. Хотел наслаждаться Ситой. Sita is the internal power, potential of, Sita это внутренняя Sakti, энергия Антаранга Шакти, Рама. Раван is the attitude of Раван. Раван always try to enjoy. Раван всегда хотел наслаждаться. So first of all, my first instruction, not my instruction, не мое наставление. I have no instruction. All instructions by Prabhupada. I'm just speaking like instrument. My first instruction. Вот первое наставление. You must go out of this false ego that I don't enjoy. Что я наслаждающийся. Be you a woman or man. Мужчина или женщина, это не. First of all, you must go out of this false ego. Otherwise, you cannot get entry. Иначе вы не сможете войти на путь баджана. Be careful. Будьте осторожны. All the time, every fraction of second, время, каждую часть секунды, вы должны помнить это. Парушабхиман is there. Those who are Mayavadi, I am doing astuti and penance. They are also Parushabhiman. Who are you to so astuti and penance? Who care, man? Суровый аскез, но Махапрабху говорит, ну кому-то нужно. То есть асуры, они совершают демоны, они совершают аскезы, и, ну их аскезы больше. Даже Брахма говорит, что те аскезы, которые совершал Хираньякашипу, ни в будущем, ни сейчас, ни до этого никогда не было. Ну и что толку? What it concerns to us? Ну как это нас касается? We are less interested. Что мы не заинтересованы. Нарадито йоди тапасастатас кем? Нарадито йоди тапасастатас. Антар бахир йоди тапасастатас. Нантар бахир йоди тапасастатас кем? What I can do with astuti and penances? Ну что я могу сделать с этими аскезами? If I cannot worship Chaitanya Mahaprabhu perfectly, не могу поклоняться Чайтанья Махапрабху совершенно. Нарадито йоди тапасастатас. If Chaitanya Mahaprabhu satisfied by me by my sankirtan, what use I can go? Господь доволен тем, что мы совершаем санкиртан, но какой смысл совершать какие-то аскезы? Through sankirtan jagya. Kalu sankirtana.
И вот век Кали Санкиртан это основное поклонение, и через Санкиртан мы можем удовлетворить как Сарасвати, так и Гуранга Махапрабху, поскольку Сарасвати и Гуранга Махапрабху не отличны друг от друга. И Чайтан Махапрабху is always satisfied with my Sankirtan. What I can show? Exhibition. Why should I open my exhibition? Что еще нужно? Shadu. Зачем? Ну, что-то еще делать, если Yukta он доволен Санкиртан. Юкта Вайрагья, nobody can understand. Очень, ну, сложна для понимания. Either you can show Vairagya or Bhog, enjoyment. Two things you can. То есть Юкта Вайрагья. But Yukta Vairagya is very, very, I mean, fine thing. То есть очень такое тонкое суждение. So accuracy is there. Очень. Just 0.00001 millimeter. If you come this way, then you are falling into the ocean of enjoyment. То есть если там чуть-чуть отклонитесь, вы упадете в океан наслаждения. You are doing bhajan, vairagya. А если вы чуть. So vairagya. Дугустовно уже отреченность. Будете. Like winds. И вот Сарвам Бхаттачарья, подобно ветру, он написал сотню шлок после того, как получил милость Махапрабху. And Mahaprabhu speaking, Jejan Koribi Yahar Savan Pathan. И Махапрабху сказал, что тут те, кто будет повторять и слушать эти шлоки, они получат мою милость полностью. И это обет читания Махапрабху. И вот тут Сарвабхаума Бхаттачарья до этого он совершал аскезы великим пандитам. Sri Krishna Chaitanya Sarir Dhari Kipam Budhir Yastamaham Prapadde. Произнес это шло в итоге, что Вайрагья, когда на видья. Видья, обидья. Видья, видья. Видья мин? Видья значит actual gain. Настоящее знание. Обидья мин майя. А видья это майя. So, you will have to show видья. Вайрагья видья. Вайрагья видья. When your vairagya, то есть ваша вайрагья, она. When your vairagya, I can see is this sanatan roop showing vairagya, it is видья. Это рупа санатан не совершает такие аскезы. But that man showing vairagya, it is all useless, майя. Это ну, делает, ну, не Purushakar, так, это просто, ну, enjoying mood is there. Ну, показная отреченность. His enjoying mood can come thousands of way. I can show you different way. Наслаждение, он может прийти, но тысячами разных путей. Different way. This Purushabhiman, I mean, enjoying mood can come. Он может прийти к нам, inside, ну, через много-много outside, много you are путей. Exposing, I'm то, a big то есть внешне может выглядеть как какой-то великий святой, until а внутри быть просто, ну, желающий get rid наслаждения. Of this kind of false ego, то есть I до mean, тех пор, пока вы не Never. Избавитесь от этой концепции Пурушабхимана, вы не сможете стать успешным по-настоящему. Не пытайтесь keep this kind of false ego. Ну, держать anyway, себе это ложное эго. This false ego until and так или иначе, ну, пока вы не получите милость чистого сада, вы не сможете своими собственными усилиями ну, стать успешными. In Gaudiya Bhajan, в Гаудия Бхаджане это ключ. All the time you have to cry вы and должны beg keep плакать и просить милости постоянно. Gaudiya Bhajan, Шрила Прабхупада говорит, Гаудия Бхаджа, это Випаламба Бхаджан с начала до конца, всегда плачь, всегда плакать и просить о милости день и ночь. Если кто-то может говорить какую-то красивую харикатху, но Пурушабхиман внутри его, то он может говорить какие-то красивые слова, но Шрила Прабхупад может осознать, что он говорит что-то, но внутри ну, дух его наслаждения, он хочет получить уважение и почет. You cannot come out. Patishtha asa drishta sapacharamani. Very, very low grade woman. Is also Stri Sangha, Yashit Sangha. Kamini Yashit. Directly woman association. And those who are women, they are also Yashit Sangha. If they want to get the association of a man.
For them, Шицанга очень такое глубокое понятие, стремление к общению к противоположному полу или к богатству, к уважению, славу, почете. Opposite. Say Yashisanga Tyagi Vaishnavacha. This Yashisanga, Yashit association can come in different ways. Sometimes come in the form of money, dollar, billions of dollars you are. But Prabhupada speaking, it is not our duty to collect billions of dollars. Because that billions of dollars are going to destroy us. Много денег, поскольку эти деньги, они станут причиной нашего падения очень скоро. That much we can do what we need, Krishna can say. Делать то, что нам нужно. Krishna будет послать нам. Sangroh kara in Bengali, Prabhupada speaking. To collect Kamini and Kanchan is not our duty. Ну, накапливать деньги и богатство, это не наша обязанность. Наша обязанность следовать Чайтанья Махапрабху полностью, без компромиссов, иначе мы не сможем продвигаться. Иногда в форме денег, в форме женщин, в форме каких-то противоположного пола может прийти в вашу жизнь, в форме уважения. All avidya. И все это авидья. Вишнуприя is not satisfied with me. Вишнуприя недовольна. That's why this kind of bad conception, dirty conception come inside. Явление приходит к нам. You can get full а в тот день, когда вы получите полную милость Вишнуприи, вы сможете осознать. Согласно этой шлоке, этому Кикиртану, Бхактивинода Тхакур, и Бхактивинода Тхакур он так переводит, выражает сердце Шри Чайтанья Махапрабху в Баджана Хасе. Арджи самсар мор нахи лаге бхало, каха жаи Кришна хари е чинта вишар. Наянам галада судхарая, баданам гада гада руддхая гира. Пулакоир ничитам бапу, када тава нам гхоне бхавишвати. When I can get that kind of mood, that I am shedding tears, что я плачу, whole day and night. When I can take your name. То есть, когда я буду повторять твое имя, и плакать от чувства, то есть я в тот день сказал, что встретиться с Кришной, получить Харинам, это то же самое, то есть как Дашан, какой уровень этого, говорит Шрила Прабхупад. Если вы, Махарадж, где я должен идти? Посмотрите, насколько высоко нужно вам подняться, но в какой ситуации мы находимся сейчас. Это очень далеко, и жизнь очень коротка, мы можем в любой момент помереть, поэтому нужно поторопиться. В тот день я уже говорил, что Парикшит Махарадж, Шукадев Госвами, сказал, о царь, ты можешь умереть в любой момент, думай об этом, не забывай. Думай, снова и снова. После этого, после того, как Бхагавад-катха кончилась, он получил милость Гуру Вайшнава. И тогда вы же не думайте об этом. Поскольку нет никакого вопроса смерти в жизни чистого преданного. Твамту Марише Пашубудди Имам Джохи. You are going to die. This is the conception of a beast. Try to leave this conception. Because now you are already taking nectar, amrit. Ну, когда вы вкусили нектар, вы уже стали бессмертным. То есть не та амрита, которая раздает на Кумбхамеле, а то, что, которое исходит из лотосных столб, из Чайтанья Махапрабху. Санкиртанамритарасе рамате маносче премам будхоу вихаране жадичитта битти чайтанна чанда чаране курутанурагам чайтанна чанда чаране курутанурагам. You try to grow the love and attraction.
развивайте любовь и привязанность к лотосным стопам читания Махапрабху, и тогда вы станете успешными, ваша жизнь, ваше рождение, оно будет успешным. И пытайтесь следовать Шикшаштаке. First, the situation Chaitanya Mahaprabhu describing, the situation of material world, after that Sambandha, after that Avidya, after that Prayajana. То есть там описывается Sambandha, Avidya и Prayajana. So, first of all, и вот вначале всего, I would advise you, я хочу according to дать вам совет согласно наставлениям Шрилы Прабхупады. Что Шри Чайтанья Махапрабху, как он говорил о себе? Нахам випро нача нарпатир напи вайшвана судро, нахам варни нача гьяпатир навалас свати джатирва, кинто праддан никила парна пурнамита митадхер, гопи бхартур падакумалевар дасу дасан дасу. Вот так он говорил о себе. So if you are going to follow Chaitanya Mahaprabhu, you see, now like mathematics and geometry, Chaitanya Mahaprabhu is not before, not on Narpudir Nabi Vaishwana Sutra, not on Gurni, not on Yadir Nama Sadeva. Kintu Poddha Nihila Pumna Mitadhe. Не является. Гопи Бхартур Падакумалевар Даса. So you see, when Popa is speaking to you, you try to get out of this false ego, I mean enjoying избавиться от этого ложного самоотождествления, что я не мужчина, не женщина, не шудра, не браман, не кшатри, не вайша. То есть какое же мое истинное отождествление должно быть, что я... If you can realize this thing, then no question of any false ego. То есть, если вы по-настоящему осознаете, кто есть вы, enjoying, то есть тогда, и даже вы станете успешными, даже если вы есть какой-то запах склонности к наслаждению, он может стать причиной вашей гибели. Майдеви, она очень... Майдеви, зачем она вообще? Те, кто хотят выбраться от ее влияния, она возьмет вас и назад столкнет. Майдеви будет довольна, она может вас пропустить. А так обычно те, кто пытаются выйти из ее влияния, она их всех назад толкает. И вот вам всегда с Бабаджи Махарадж, он говорит таким образом много раз. Вот смотри, во Вриндаван не можете войти, поскольку Саки Манджари, они... Kick you out. Ну, не там стоят на воротах и прогоняют всех. Даже Махадев не может пойти во Вриндаван. No. Ну, как бы сам Махадев, и он плачет, что делать. И молится Кришне, а как ты организуй меня? И вот Кришна говорит, ты иди. Ашвини Муни, Шанкар Бхагаван, Манасарова, примите омовение. Ну и... И после этого они... В Манасароваре они приняли омовение. Манасарова это особое место, где вы принимаете омовение и получаете гопи бхаву. На Брамакунде тоже. Там Билла Мангал Такур совершал баджан долгое время. Очень важное место. Но после этого Деви Дурга она Махадева ну, как-то в форме nose ring, eyes ring, everything. Then now go! Ну, не, Майя Дэвид как-то пыталась этого. Этих переодеть в гопи, и они... Мы не пошли, ну вот вам все, да, Бабаджи Махарадж говорит, что мы как-то пытаемся войти в тот мир, но там стражники на воротах, они нас прогоняют. И вот смотрите, в разных образах я могу показать, что это действительно enjoyment mode.
некоторые виды наслаждения, но они, ну, например, Майявади, они являют такое отречение, которое, ну, наслаждением-то не назовешь, но они являют это отречение для обретения славы, отречаться, то есть это и есть наслаждение. То есть Пуруш Абхиман, ты, ну, so склонность body, к наслаждению, она присутствует там. If you can discover the actual sorrow of your atma, обнаружите настоящую форму вашей души. То есть вы обнаружите, что это быть истинным слугой Чивера Сварупахой, Нитья Кришнадас. То есть истинное предназначение души — это быть вечным слугой Шри Кришны. И вот атма, душа. Если вы это осознаете на самом деле, то есть по-настоящему, то никаких, никакого, ну, наслаждения, чувств, склонности к наслаждению не будет в вашем сердце. Вот день ухода Пундарик в виде нитхи, а остальных день явления. So many things. То есть сегодня много вайшнавов явилось и ушло в этом день. То есть если это все обсуждать, это, ну, месяцы займет. Еще. То есть, ну, сегодня много, около 10 в сумме, наверное. И вот сегодня очень важный день. И вот each and everybody should try, каждый должен пытаться всем сердцем получить милость Вишну при Деви. Без милости Вишну при мы не можем получить ничего. В Гаудия Баджане все бесполезно без милости Вишну при Деви. Пытайтесь получить ее милость полностью. И еще хочу сказать одну вещь. Actually, when на самом деле, когда Вишну Прияди, она вышла замуж за Чайтанья Махапрабху, во время того, как она, ну, возвращалась домой, Шри Чайтанья Махапрабху спросил, что ты хочешь, какое твое желание. И Вишну Прияди сказала: о Господь, я очень довольна, я счастлива обрести твои лотосные стопы. Я хочу, она сказала, что хочу, чтобы было так, чтобы ту милость, которую ты даровала мне, каждый в этом мире получил ее. Радарани, и вот так она стала Кришна. Catch him. He's written. То есть так же, но она подумала заранее, поскольку она сказала, если ты любишь меня, ты должен благословить всех этих живых существ. И вот так же, подобно Радхарани, Радхарани это для Кришны, это самая сильная. So this way, by the mercy of Radharani, everybody can get. То есть по милости Радхарани все могут получить милость Кришны. То есть только Радхарани может повелевать Кришне. И там Вишну Прияди сказал то же самое, что ты должен. Я получила твою милость, поскольку я получила твою лотосную стопу. И ты должен также распространить эту милость среди всех живых существ. Я хочу раздать это всем. Вишну Прияди говорит это. Смотрите, настроение Вишну Прияди. Какое чувство. Это очень такое, ну, великое чувство. И попытайтесь осознать чувство разлуки. Випраламба Бхава. Пытайтесь понять. Ваше сердце, оно растает. Камень даже может растаять. So heavy. Настолько великое чувство. So time is very limited. Вот времени мало на сегодня. If you have any question, если есть какие-то вопросы,
So first look, you see what вот I told you. Вот первый шлок, как это вы сказали. Ананта курти Вишну локо намра падма жарчите имарья куломча виранчия варо праде ванча калпотарвоси ке пасинд бевача паситанам павана бевачна вью нама. Now any question you have? Вопросы какие-то? When Mahaprabhu was in Gaya, so Lakshmi Priya left out of separation moon actually. No, actually when Chaitanya Mahaprabhu went to Bangladesh, at present Bangladesh, East Bengal, then Vishnupriya Devi disappeared. Yeah. To distribute Vidya and Kripa. Vidya is external. Nimai Pandit, big Pandit, went to East Bengal. Then thousands of West Bengal, young boys coming to get lesson, I mean teaching, no, from Chaitanya Mahaprabhu. At the same time, Chaitanya Mahaprabhu advising everybody to Harinam Sankirtan. Всем повторять Харинам, and совершать Санкиртан. Only there, Tapan Mishra came. И только потом Tapan Mishra пришел туда. Tapan Mishra cannot calculate. Tapan Mishra не мог what посчитать. What is the Sadhya Sadhan Tattva? Sadhya Sadhan Tattva каково? Он не мог понять все, что это говорит. He is speaking this way, he is so I cannot take decision. Sadhu Sadhan Tattva Nirnaya Naiya. Night time somebody came in dream. Hey! Nimai Pandit coming, you go there, he is Supreme Lord. He can directly speak you. What is your Sadhu Sadhan Tattva? That time, Tapan Mishra approached Gauranga Mahaprabhu, you have to go to Varanasi. Oh, I like to stay with you. No! Нет, я хочу остаться с тобой. Нет, ты должен идти в Варанаси, там встретиться со мной, Саддасана. Саддасана. Махапрабху объяснил все категоризировано. И в то время по Махапрабху, I mean Гауранга, Вишну Прия Деви лив. Лакшми Прия. Лакшми Прия. Но в то время, когда он ушел туда, Лакшми Прия, она оставила этот мир. Спрашиваю потом, как, ну, через какое время Махапрабху опять женился, это, ну, год или два всего. Very young. Very small. Age was not. And Vishnu Vedi very small. Not actually 16, 15 years. That's why. And within very short time Vishnu Vyadevi. Actually Vipralamba mean inside you are getting Prabhu, outside you are losing. Vipralamba, что значит Vipralamba? Vipralamba, она так у вкус Vipralamba, что внешне вы теряете, но общение с Господом, но внутри вы получаете. It's very nice это philosophy. Очень I такая прекрасная философия. Я как-то so, смогу более подробно обсудить. День явления Адвайта Гасая. Это будет послезавтра. Если какие-то no? вопросы, what question? Говорите. Не, вы говорите. Не говорите по-русски. Махапрабху, he was so like exemplary and very strict in connection to this being a sannyasi, playing the role of the sannyasi. In connection to Junior Haridas and to explain how Vishnu Priya Devi, she could not at all meet him ever again after he left. But then why did he display this special relationship with Sachi Mata? What? For normal, with Sachi Mata, his mother, he still somehow kept this connection and he made sure that she always got some news of this. But normally sannyasis, they... Actually, hear me. You are giving wrong information. Actually, Сачимата is not ordinary mother. First one you must realize. Сачимата is not ordinary mother. Сачимата is just Бхакти Сарупини. His face is totally different. Somebody putting question in front of me. Спрашивает меня, Maharaj, why those Pradivasis there worshiping Indra? Они поклоняются Индре. You see the critical question. Смотрите, очень критический вопрос. Why they are worshiping Indra? Whereas only you can worship Vishnu. Когда Вишну Таты может только поклоняться, почему Нанда Баба и Ешуда Баба не поклоняются Индре? Я отвечаю.
Vishnupriya, I mean, Nanda Baba, Yasodama, all Vrajavasis, they are the internal associates of Krishna. First point. They have deep relation with Krishna, even they cannot forget in every fraction of second. Not fraction of second. На мельчайшую часть секунды они не могут забыть его, они всегда, всегда помнят о Кришне и не забывают. И жизнь, она вся посвящена лотосным стопам Шри Кришны. Даже Нанда Баба, когда Удав дает наставление Удаве, его Сын Верховный Господь, и Нанда Баба говорит, что Удав, ты глупец, такой же он Верховный Господь. Но даже если он Верховный Господь, я... My son is Krishna. Служить ему как My son is Krishna. But still, Krishna. As per argument, no. If you speak that he is supreme lord, no. But still, my mind, like my mind should be there always. Господь, я должен with him. Думать о нем как. First point. Totally dedicated. То есть смотрите. They are each and every action. Посвящены. When их всех действия. Krishna swaying whole universe inside the mouth of Yasodama. Yasodama see he knows something host coming. What I say? Then coming and worshiping Krishna by Brahma. Oh, Krishna Namo, Vasudevaya Namo, Nisingaya Namo. Она пошла его освещать это Кришна этими Кришна мантрами. And Brahmin came and saying, oh, Krishna. Брахмана, чтобы он выгнал этого духа, этого привидения из него. You see the mood of Bajwa, you cannot understand. Настроение в развивании. Не каждый может понять. И также настроение Шачиматы. Шачимата's mood is same. Шачимата, она тоже... Oh, more, I would say. Даже могу сказать, что она больше в этом, в этой баве находится. И вот, если они поклоняются Индре, они поклоняются только для удовлетворения Кришны. Может, они поклоняются Индре, но какова же цель? They like to worship Indra. Они поклоняются Индре. And by the mercy of Indra, they can get cloud. Rain can be there. Облака nice будут. Сабжи. Дожди будут, соответственно, пшеница расти и прочие растения. Коровы будут это есть. Коровы будут давать молоко Кришне в итоге. This way, ultimately, any action done by Krishna, Vrajavasi, you can trace out the original reason, you can come back to this point. They are doing everything for the satisfaction of Krishna. Все они делают для удовлетворения Кришны только. Кришна, Яшодама, она кормит Кришну грудью, а когда там молоко убегает, Яшодама, Кришна оторвала от груди и побежала спасать молоко, и Кришна очень разгневался, взял камень и разбил этот горшок с молоком. Then I told you this judgment, и потом я сказал в тот день, о Бхакти. So you think Yasodama doing against Krishna? Раз сделать что-то против Кришны. Externally Krishna become very angry. Внешне Кришна разъярился. Anukullena Krishna anusilanam Krishna. Bhakti ruttam. So this is not favorable. Krishna become very angry. So this is not bhakti. No. Ну вроде как неблагоприятно, но это все для Благо Кришна делается. Почему? Поскольку это особое молоко от особых коров, которое пахнет лотосами. Кришна очень любит это молоко. My milk is very, not sufficient, so I like to satisfy Krishna. Поскольку она думала, что ее молока мало, поэтому она побежала спасать молоко. So you see, each and every action I can prove mathematically. Чтобы не убежала, то есть каждое действие в разуме можно математически доказать. И вы смотрите. Шачимата, она тоже хотела обрести какую-то связь с Махапрабху после его саньясы. И эти сахаджи говорят всякую ересь, что Чайтанья Махапрабху, Верховный Господь, многие забывают это, он внутри Вишнупри так же находится. Махапрабху не надо. Обычные люди, сахаджи, они не понимают, что Верховный Господь, Махапрабху, Верховный Господь,
Господь, что Он может знать все, Он присутствует в сердце каждого, Ему не нужно там нарушать правила саньяси, чтобы узнать, как там жена его поживает. Иногда Махапрабху посылает новости, что все со мной хорошо, но Сачимат — это сама Сакшан Бхакти Сварупини, и поэтому иногда Он посылает новости, что все хорошо. И вот преданные приходят, ну, и так новости через них передаются. И вот вопрос, почему Махапрабху отправляет сообщение о его состоянии Шачимати, но не Вишнуприя. Приходят из Нилачала, из Пури, они приходят к Шачимати, они приносят свои полные распростертые поклоны и воспевают славу Махапрабху. Taking information, вот, you see, but no, они рассказывают что-то с Махапрабху, и чтобы... A devotees, they cannot live without the Leela of Prabhu. So Swachimata, when hearing the Leela of Gauranga, my... И вот Swachimata, когда слушает Лилу, ну, о Лиле Гауранге, она... This is also to save them. Not to send information, don't think that way. Это чтобы их как-то поддержать. To inform all about my Leela. They should know. Ну, чтобы рассказать о славе Лиле Махапрабху. They can get hope. То есть, если слушают Лилу, они вдохновляются и как-то живут дальше. То есть, это, Krishna, why sending message to Gopikas? Почему Гопи отправляют сообщение, поскольку Гопи не умирают без Кришны. Если Кришна отправляет какое-то сообщение Гопи, они могут думать о нем и поддерживать свою жизнь. They are going to die. In Brahma Gita also, Radha is speaking. Don't come to me. I know you are the messenger of Krishna. We can leave Krishna. Krishna gone there. But still, his Krishna ушел. His message, Lila, его имя, оно с нами. So through name and через его имя и его деяния, его славу. Actually, Gopikas getting the association of Krishna. Мы можем общаться с Кришной, и также Сашимата, она уже плачет, она почти умирает, и Гауранга Махапрабху по своей милости, он через преданных, он посылает преданных, чтобы они рассказали, как там, ну, как Махапрабху поживает. То есть они рассказывают о Гора Лиле. Таким образом, через эту Гора Лилу, через ее, она общается с Махапрабху. Получает таким образом общение с Махапрабху. But for material person, material mother and father, то есть нет такого, for them it is a great bondage. Проблема в этом. Not for Swachima. Но если это Swachima была какой-то обычной материальной матерью, то тогда это была бы проблема, но нет. Но даже для своей матери Махапрабху очень строг. His name is Advaita, I think is Dvaita. Advaita, она только not подумала, Advaita. Что Advaita Чарева не Advaita, а Advaita, поскольку он одного сына уже забрал, а сейчас второго сына забирает. Как я могу называть Advaita? Но Махапрабху, он в другое сердце каждого, он понял это. И когда он раздавал прему, Кришна прему каждому Шива Сангаму, когда Сачимата пришла, преданные сказали, что Сачимата, ты можешь даровать прему. Он сказал, нет, не могу. Она совершила оскорбление лотосным стопам Адвайта Ачарьи. Как Сачимата совершила оскорбление, это же невозможно, нет, совершила. И вот в то же самое время, услышал это, что Адвайта Гасай, он... going to take the dust particle from the lotus feet of Sachima. Hearing this, get faint again. Then Advaita Gosai, Advaita Gosai also prayed, and after that, Sachima also, similar thing happened.
Ну, а потом он узнал, что Шачимадан пришла, были сладостные стопы, а Дранти Гасай, то он тоже упал в обморок, и таким образом она смогла искупить свое оскорбление, и тогда она получила Кришну прямо, и таким образом, смотрите, так или иначе, я могу ответить на все ваши вопросы. То есть для Шачимады это все хорошо. То есть она общается с ним через Лила Катху. Это my son gone to America is staying there. Ну, не так, как обычный мать. Он узнает новости о сыне, который там уехал в Америку, и что там с ним происходит. Тапта диванам кавивиритам калмасапахам кавивиритам калмасапахам. А, Рапа? Bhuvi ginanti te bhuridayana. This way you can think. Any question more? What is from in the bhajan if someone is not able to cry? What? If someone does not able to cry, is not able to feel nothing, and then what is from in there in? Actually, feelings is a simultaneous thing, automatically you can get. Feelings you cannot get only until and unless you get cool kippa. Feeling cannot come. Настоящее чувство не явится в вашем сердце. Я говорю, что в начале всего вы должны полное осознание в вашем сердце получить, не просто услышать или прочитать, это нужно еще осознать полностью. И только тогда я могу сказать, что вы сможете продвигаться. То есть осознание милости чистого Вайшнава можно обрести. Вайшнавер учисто, Вайшнавер пододжал, бхакта бхукта обосесан, бхакта пододжал, бхакта подорену. Тин садханер бол. То есть вот три вида. Вайшнава учисто is very пищи Вайшнава, они очень такие могущественные. Рамануджачарья, я могу рассказать случай с Рамануджачарьей. Рамануджачарья giving учисто to some wicked businessman. Ну, остатки пищи, по-моему, это торговцу. Readily changed. И он полностью изменился. Before Prasadam, he wanted to enjoy this woman. After taking Prasadam, you are my mother. Excuse me. Он хотел... Change. Within fraction of second, Mahaprasad going. So glory of Mahaprasad, Krishna himself. Славе Махапрасад, то есть Махапрасад, он может изменить ум моментально. Сам Кришна не может рассказать о славе Махапрасада, а Махапрасад. The topics with Sarvabhauma Bhattacharya и читание Махапрабху очень такой хорошая тема Махапрасад. And Kalidas, one uncle. А он был этот дядя. Maternal uncle. По матери. Paternal uncle, I think. Ну, в общем, родственник какого-то, Рагунат Дас Госвами, он получил полную милость Махапрасад, Махапрабху. Он чем занимался, просто доедал за любым, ну, куда бы ни шел, остатки пищи Вайшнава, он доедал это. Но если кто-то там не давал себе обед, он приносил ему какие-то фрукты или там какие-то дары. Ну, и сидел там рядом с его домом, ждал, пока он выкинет то, что он не доел. И вот этот... Speaking Harikatha, both вот, exchanging view. Вот Джару Таку, по-моему, звали. Джурдагу speaking, you are my, you know, coming to my house. I like to give rice to you, nice prasadam. But I am from a low caste, I cannot give prasadam to you. И то есть, ну, хотел его, сказал, что я... Better I can arrange your prasadam there in this Brahman... Я шудра, как бы, ну, с низкой касты, я бы хотел тебя накормить просадом, но поскольку с низкой касты, не могу лучше, вот, сходи в дом браманов, я там договорюсь, чтобы для тебя приготовили. И вот Рупа Рагунат, Сабарат, Готра, они, ну, это одна из высочайших браманских каст. Они, ну, the more you go up, the more you can develop. Они были очень смиренны, они даже боялись подойти к храму Джагнатхи. Чем выше вы развиваетесь, тем более смиреннее вы становитесь. Калидас? И вот Калидас
Ну, учишься. Не бажан такой дайдал остатки пищи за Вайшнава мил. Вот он пришел к... Этому родственнику... Вот он принес корзину манго и Джаратхакуру. Why not you offer this mango to Krishna now? Ну, он сказал жене, что давай предложи манго Кришне, и они вообще предложили Кришне, и приняли это манго, и все, и сколько живого манго, и выкинули. Калидас, taking the dustbin, and crying. Ну, выкинули там за забором в корзину, и Калидас, он... пошел и принял эти остатки. И Махапрабху, когда он узнал об этом, он благословил его. Что ты имеешь такую веру в остатки пищи Махапрасада, Вайшнава. И вот Махапрабху, когда он перед тем, как зайти в храм Джаганатха, никто не имел права ни капли воды принять, которая омыла его стопы. Махапрабху очень гневался. Даже птицы и насекомые не могли принять вот этот чаранамиту со стопы Господа. А когда Калидас мимо проходил, он смог взять эту воду. Стоп, Господа, три раза. И Махапрабху сказал, хватит. И только единственный, как Калидас, получил так чаранамриту со стоп Господа Махапрабху, поскольку у него строгая, стопроцентная вера в остатки пищи вайшнавов. Даже Брахма и Шанкар он не может. Shankar cannot get. Brahma cannot get. Обрести эту милость. Калидаса получил ее. So you see how to develop realization. You know. Развить осознание таким образом. So any question more? Еще какие-то вопросы? No. Подождите. Скажите громко. Тут не так громко, чтобы все переливать. Можно потом спросить. I like to stay with you, but some words. Before entering here, first I enter Sigmandi and complete my Anni, because I cannot break rule. Evening time as you. Then I enter. What question? Yes, Umaraj, they're asking today you advise me go to Yoga Peak, but mostly, almost all devotees, they're going to Vishnupriya in Navadip. And she asked me the reason, sacred reason, why going to... Actually, what to do? This depends, actually. Смотрите, это зависит. Здесь Шрила Прабхупад, наш ачарья. In whole world, во всем мире, Шрила Прабхупад – это наивысшая ачарья. So what Prabhupada speaking, и то, что сказал Шрила Прабхупад, мы должны это делать. So what, что сказал Бхактивинода Тхакур, установил гору Вишнуприя. Мы должны верить, где гору Вишнуприя. Туда, где идет народ или где нам сказал наш гуру. Я нахожусь в Йогапитхе, в Чайтанья Матхе всегда и все время. I'm not staying anywhere. Нигде, но actually, не нахожусь. Actually, they were telling that today is Dameshwar. They are dressing. Okay, Dameshwar, you can go and take that on evening time or any time. But they were telling that today, the speciality of today is that Dameshwar is having the Vishnu Priya room. Okay. You can take that son, but that doesn't mean you cannot go to Jogpit. If you go to Jogpit, you can get more kippa. Then you go to. Если в этот день мы пойдем в Йогапит, мы гораздо больше милости получим, чем пойдем в другое место. Рагхунатх Дас Госвами говорит, если Кришна явился к вам и говорит, что я Кришна, я не могу поверить в это, а если Радхарани явится и скажет, что вот это Кришна, то тогда мы можем пойти и поверить. То есть, ну, милость Вишнуприя, она исходит через ачарью. Okay. The question
that he had one explanation that actually Panchatattva is Radha Tattva, because Mahaprabhu, he heard that Mahaprabhu is Srimati Radharani and Nityananda Prabhu is Ananda Manjari. Hi, yes. And then Advaita Acharya is Shiva and Vishnu. I can discuss this point. Radharani. Before speaking Harikatha, I already told who is Gauranga, who is Gadadhar Pandit. I already told. Panchatattva is a complete. It's Panchatattva, no problem. No. Panchatattva Krishna Bhakti. В этой шлоке говорится. Panchatattva in five form, but unification complete. Махапрабху, Господь в пяти ипостасях. So, Гауранга Махапрабху took the Баба of Радхарани. Махапрабху, он принял Бабу Радхарани, его. But he himself Krishna. Но сам Махапрабху, он Кришна, не забывайте это. So if you like mathematics, if you get 1 + 1 + 1 + 2 + 3, you посчитайте, go. Кришна Бхагаван, то Кришна Бхагаван и Гауранга Махапрабху. Баба is there with Гауранга. Баба на. Body complexion there with Гауранга. Plus Гададхар. Plus Гададхар Дас. Гададхар Пандит. Complete. After that, Nithyananda. In Nithyananda form is second expansion of, first expansion of Gauranga. Is there? After that, Advaita Goswami, Sadashiv, also he is Purnamasi, Jogmaya. Объясняет, кто из кто в Панчататве. Yes. He can be now. He is Gopeshwar. I can define this point. I can discuss. So today I am going Vancha Kalpataru Sikhi Pasindh Bhavacha Pasitanang Bhavana Gopeshwar.